Перед просмотром данного ролика советую вам подписаться на канал Максуса. На его канале много игр по Need for Speed, также много видео по Сампу. В общем, советую вам подписаться, ссылка на его канал находится в описании. Ну что ж, let's go! Хай, Джейсы, это сервер Diamond Roleplay Onyx, а отправлюсь я в магазин одежды. Я надеюсь, что здесь есть магазин Бинго, в котором я смогу себе купить одежду. У меня есть 7, почти 8 тысяч, но я думаю, мне хватит на какую-нибудь одежду, потому что бегать вот таким вот бичом не очень весело. Еще я знаю, что здесь есть отели, в которых тоже можно купить себе номер. Ну, снять, точнее, не купить, а снять. Так что отправимся сегодня за покупками, найдем какой-нибудь следующий магазин 24/7, купим, постараемся купить там телефон, вообще часы, все, что нам нужно для жизни. Да, вон я вижу отсюда уже, что есть чекпоинт возле Бинго, но я думаю, что там продается одежда, а не какие-то аксессуары, как на некоторых серверах есть такая штука, что в магазине Бинго продаются аксессуары. В общем, что бы я хотел сказать, что я, скорее всего, уйду на Diamond после того, как выйдет сотка на Калифорнии, потому что на Калифорнии у меня уже особо нет желания играть. Так, вот магазин. Заходим. О, нам повезло, что вход бесплатный. Так, становимся на чекпоинт. Да, и мы можем купить себе скин, только бичи тут по 1000 стоят. Ага, все скины все идут от 10. Да уж, печально. Печально. Может быть, в другом магазине будут дешевле скины. Давайте отправимся в другой магазин. Хм, довольно-таки в странном месте находится магазин одежды. На некоторых серверах здесь респа баллас. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Может быть, здесь будет одежда дешевле, чем в том магазине. О, здесь уже стоит бот. Это, кстати, клево. Только он ничего не говорит. Это плохо. Так. 1000, 1000, 1000. Да, тут все скины идут от 10. 30, 30. Ну, нормальный скин можно купить себе за 30 тысяч. Или за 20. Так что мне на скин пока что не хватает. Это печально. И я отправлюсь в магазин тогда 24/7. Куплю там себе какие-нибудь клевые часы, клевый телефон, если здесь такое возможно, если они тут разные. Так что, let's go в магазин. Так, и в общем, я тут нашел отель, и вот он находится здесь, вот тут, и вот тут, в принципе, довольно-таки удобный. Блять, что тут творится? Хаос. Так, тут, в принципе, удобная такая штука есть. Цена за номер в сутки $400, и цена за вход показывается $200. Ну что ж, если я не могу себе позволить одежду, то давайте я себе позволю номер в отеле. В принципе, воу, вот это да, вот это ничего себе, вот это офигенно. Так, давайте посмотрим, что здесь, список номеров. Занят, занят, занят. Занят. Все номера заняты. Блин, это плохо, мы можем хотя бы зайти в какой-нибудь из номеров? Ух ты, да, мы можем. Так, ну, интерьер отеля, в принципе, ну, за $400, в принципе, ничего. Это клевый интерьер, мне так кажется, вообще. Я знаю, что здесь есть еще один отель, он находится возле пляжа Санта-Марии, но там номера дорогие, дорогие, дорогие. Так, в общем, просрав $200, я неужели буду вообще, все, мне все равно, я иду только в магазин 24/7, потому что по-другому мне тут не выжить. Так что встретимся через мгновение. Ну, а мгновение прошло незаметно. Я арендовал себе велосипед за $300. Так что теперь все будет намного быстрее и удобней. Давайте попробуем здесь замутить трюк. Оу, ничего себе. Да, ну это, конечно, не BMX, но все же прыгать на нем можно. Оп. Оп, мусорок. Так, ну, в общем, вот такой вот жирный бич-бомж едет в магазин 24/7, дабы... Воу, это было четко.
дабы купить себе телефон, часы, вообще посмотреть, что там есть. Что там есть вообще? Что есть в этих магазинах? И какая у этого всего цена? В принципе, я не понимаю только одного, почему я не смог купить в том магазине. Мне написало, что у меня нет дома. Я думаю, иметь дом не обязательно для того, чтобы купить себе часы или телефон. Так, вход за $50. Давай. И тут бот стоит. О, неужели я могу себе купить? Покупаем телефон за $450, номер сим-карты за $300. Ну, тут все номера заняты, давайте тогда 013370, этот, он, наверное, занятый. Да, он занятый, давайте тогда... введите новый шестизначный, блин, шестизначный. Давайте от понта, 5-4-2-3-8-7. Купить. О, я угадал, ура, я купил себе телефон. Так, что тут есть? Аптечка, часы. Букет цветов, трость, парашют, маска, фотоаппарат, скрепка, телефонная книга, мешок, веревка, рация, маленький баллончик с краской, баллончик с краской. Я думаю, мне нужна еще телефонная книга, мешок мне не нужен, скрепка мне тоже не нужна, фотоаппарат, фотоаппарат, нет, фотоаппарат не нужен, парашют, трость, букеты цветов, это все мне не нужно, все это вообще все это мне не нужно. Так, теперь я думаю, так... Воу, велик поменял цвет. Что это за фигня? Открываем велик командой Lock 3. Кстати, звук прикольный при открытии и закрытии нашего транспорта. И сейчас я хочу отправиться в отель, который находится на пляже Санта-Мария. Да. И посмотреть, может быть, я что-то не понял. Может быть, они там дешевле стоят, чем 5000 в час. Но, воу, это было опасно. Опасно. Опасный бич на велосипеде. Так, возможно, что-то не понял, и он стоит там не 5000, а дешевле. Может, даже и дороже, кстати, я не знаю. Так что предлагаю вам проверить. Заходите на этот сервер, ребят, с Калифа, вообще с других серверов. Заходите сюда, указывайте мой ник при регистрации. Я вот постоянно, когда захожу на какой-нибудь сервер, я просто нажимаю Tab. Ну вот, когда высвечивается табличка, типа... введите ник пригласившего вас друга. Я просто нажимаю Tab и ввожу любой рандомный ник, который самый короткий, который легче всего ввести, который легче всего ввести. Так, в общем, вот здесь находится отель. Это у нас такой лифт. Воу, вот это ничего себе. Домик оранжевый. Чего тут? Что это? Так, без переводчика трудно понять. Давайте на 10 этаж. Воу, вот это ничего себе. Это клево, кстати. Только тут все номера, я так понимаю, тоже куплены. Давайте попробуем войти. Так, номер квартиры. Государственная цена 700 000. Да. Воу. Почему я вышел? А, я просто нечаянно нажал на Alt. Все ясно. Ну, вид здесь просто шикарен. Это, ну, у меня нет слов. Это клево, ребят. На S-сайде, кстати, администраторы тоже хотели сделать в этом месте, кстати, отель тоже, чтобы был такой вид. Давайте посмотрим, что тут имеется у нас в отеле, в номере. Так, почему-то долго все прорисовывается. Так, плазма, колонки, какой-то видик или приставка, что-то в общем в этом роде, диванчики, стульчики. Да, если бы изменить пол, хотя бы ковры какие-то постелить, это было бы вообще прям клево. Воу, такого я еще не видел. Фрукты. Фрукты, вино и 3 бокала. Слишком много стульев. Вид, ну, вид это вообще, ну, это клево вообще, просто у меня нету слов. Вид это, ну, вообще ништяк. Кухня, мини-кухня. Блин, ну это, ну все, у меня нет слов. Я остаюсь на этом сервере по-любому. Кровать. Магнитофон. Воу, тут даже сумка есть. Хо-хо, это дробаш. Чуваки, пистолет, М-ка, схема, сейф, еще одна сумка, какой-то шкаф. И что это? Ранец. Блин, это просто офигенно. Что? Ребята, вы видите это? Ноутбук включен. Рядом лежит пачка сигарет. Ну, примерно как у меня, только у меня не ноутбук, у меня ПК.
Ну это охеренно! Блин, такого я еще не видел нигде. Все, я по-любому остаюсь на этом сервере и буду копить себе номер в этом отеле. О, вот так. Бич решил, бич сделает. Так, это спортзал, мини-спортзал. Это довольно-таки глупо вешать плазму над камином. Да, это глупо. Если они такие клевые мапперы, почему они не сделали решетку возле огня? Потому что так может загореться номер. Резетка тут. Ну блин. У меня нет слов. Это божественно. Это просто вообще лайк, блин. Если бы я мог поставить лайк админам, это было бы большой такой жирный лойс. Ванна довольно-таки просторная, но в каком-то случае это плохо. Потому что здесь много свободного места и кажется, что ванна пустая. Хотя бы потолок вот какой-то имеет отдельный интерьер от всего этого, потому что это все как бы сливается, пол, стены, но потолок в принципе тоже. Ну, короче, если судить по 10-бальной шкале номера этого отеля, вот этот номер, если судить, то я дал бы ему 8 баллов из 10, потому что это, ну это клево, это просто круто. Часы, интересно, они идут или нет? Давайте пропишем команду тайм. 18:35, полседьмого. Ха. Полвосьмого. Что-то тут не то. Почти. Почти. Может быть здесь какое-то другое время, потому что... это не московское время. Ну, короче, возможно тут... Возможно они не идут, кстати. Ну, в общем, короче, попозже зайду, потом гляну. Идут часы или нет. Ну, вид просто шикарен. Про вид я могу говорить бесконечно. Это просто вообще клёво, 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 клёво. Это клёво. Эй, чувак, это клёво. Вот так давайте ещё. Чувак, это клёво. Отвечаю. Так, теперь давайте пройдём на улицу. Улицу красавицу. Ну, я так понимаю, что номеров тут свободных нет. А если есть... Лифт открывается сам. Если есть, то мне все равно не хватит. Exit. Так, что это? Что это? Что это? Что это? Почему мы здесь? Почему мы оказались тут? Я же нажал на Exit. Этаж 10. А, это Exit, это выход из лифта. Вот. Вот, 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 вот. Блин, так и не скачал переводчик. Ладно, давайте попробуем это. Да, есть, я угадал, я угадал. Я угадал. Так, берем свой веломобиль. Есть там что? Что есть? Что там есть? Комнаты. Да, есть. Но они все заселены. Так, что ж, теперь. Я хочу найти себе какой-нибудь отель по душе. GPS. Отели. Отель в опасном районе я уже был. Центральная Антель. Блять, Антель. Сука, Антель. Центральный отель города Лос-Сантос. Это, скорее всего, этот отель. Отель Форт Карсон, Антель. А, нет, вот отель Санта-Мария. Центральный Антель. Блять, Антель, сука, Антель. Почему я постоянно говорю слово Антель? Санта-Мария, Форт Карсон. Давайте отправимся в Форт Карсон. Форт Карсон — это отличная деревуха. Форт Карсон. Так, только надо теперь... Стоп, теперь надо глянуть, где это находится, местина. Это где-то возле фермы должно быть, или в пустыне. А, да, это в пустыне. Так, стоп. Форт Карсон. Отель, чик. А, да все, я понял, где это. Я понял, понял, понял. А как мне туда доехать? Все, я уже тоже понял. Воу-хоу. Так, кстати, ребят, не забудьте при регистрации указывать мой ник. Да. Ник, IP, ссылка на канал Максиса находится в описании, так что не забывайте туда заглядывать, потому что там иногда может быть интересная, полезная, вообще найсовая для вас информация. Ну, в общем, мой совет вы услышали, что надо заглядывать, короче, иногда в описание. И, возможно, в скором времени будет летсплей с игроком
этого сервера. У него, он тоже снимает, он, кстати, из моего города. Что, кстати, довольно-таки редко можно встретить человека из своего города, который снимает. Канал его Blaze Show называется. Мутим сальтуху вот такую. Так. Становимся нормально на колеса. Так, и я, в общем, провтыкал свой поворот. Йоу-йоу-йоу-йоу. Отойдите, мазафаки. Едет папка. Так. Короче, едем в Форт Карсон. Я думаю, когда я вернусь, тогда мы уже, короче, там это... Ну, вы поняли, да, короче? Сейчас будет щелчок, и я, короче, появлюсь там. Что ж, я уже прибыл в Форт Карсон, и вот отель. Вот он, этот отель. Я думаю, тут есть свободные номера. Я так по отелям сейчас пройдусь и попросираю все свои бабки. По $200 так и заходить в каждый список номеров. Занят. Далее, занят. Да. Это обидно, ребят. Я просто попросираю сейчас все свои деньги за вход. У меня и так осталось там 5500 где-то. Так, я предлагаю найти еще один отель. GPS, мафии, банды, банки, отели, бизнесы, байкеры, аэропорты, бизнесы, банки, отели. Отели. Город Сан-Фиеро, Лас-Вентурас. Так, а Эль Квердрадос. Где это такое? Я не знаю. Отель Рок Хотел. Парадес Хотел. Короче, давайте отправимся в отель Лас-Вентурас. Отель Лас-Вентурас у нас... Отель Лас-Вентурас у нас в Лас-Вентурасе, ну, где именно? Где именно? Я, в принципе, так и думал. Это место находится у нас... Так, стоп. Полицейский департамент. А, так я понял, где это. Это рядом как раз с полицейским департаментом Лас-Вентураса. Вот такой вот я картограф, картограф, картамен, карта-читач, читакарт. Короче, в общем, считайте меня кем хотите. Ну, не кем хотите, ну, короче, картографом. Картографом, вот так. Я граф, у которого в руках карты. Блин, чушь несу, сука. Капец. Так. Бомбич такой на бомбиче. Едем. Быстрее бы получить, кстати, второй левел. Надо чекнуть, сколько, какой я левел, сколько, какой левел. МММН. МН, статистика игрока. Имя Джеймс О'Коннор, уровень 1, очки опыта 1, предупреждений 0, так, законопослушность 1, уровень розыска 0, легких наркотиков, так, возраст 18. В общем, у меня ничего нет. Что у меня есть? У меня есть... Один балл законопослушности и 18 лет. Да, довольно-таки богатый у меня набор. Да, ничего не скажешь. В принципе, бич, что тут взять? Я только пахал на оружейном заводе. Да и все. Кстати, довольно-таки там прибыльно платят, я вам скажу. $80. Ну, в принципе, я не был еще на других работах. Что? Мне показалось, или на сервере есть Гарри Поттер, который летает на автобусе? Что? Нет, мне не показалось, и вот тут в небе парил автобус. Может, этот бич накуренный, и ему кажутся летающие автобусы, но я в этом сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что наркоты у нас нету. Что ж, вот и отель в городе Лас-Вентурас. Я думаю, это будет последний отель, в котором я побываю сегодня. Заходим за $200. Ну, в принципе, интерьеры во всех отелях одинаковые. Список номеров. Занят. Все занято. Вообще, полностью все занято. Негде жить. Так, давайте посмотрим, насколько тут люди. На 30 дней занял. Парень, вообще. Так, может быть... Во, они тут скоро должны послетать. Вот я вижу... У одного парня на один день заплачено. Тут. Далее. Ну вот, в общем... Луиджи Лакоста. У него на один день забронирован номер, но я думаю, он
следит завтра, и я куплю его номер. Да, так вот я злодей, так сказать. Что ж, ну и на этом я могу с вами попрощаться, ребят. Это был сервер Diamond Roleplay Onyx. Так что не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на канал, заходить на сервер и указывать мой ник. В общем, на этом все. С вами был Бич Джеймс. Это было обидно, мать твою. В общем, адьос, амигос.